со всем миром воюем, короче, вот так я понял. Да, да, да. Как этот самый вот этот командир этого самого генерал-майор-то это сказал, как его, говорит, что вы думаете, танки там, танки приходят, говорит, с экипажами, со всеми. Да. Да, это чеченский генерал сказал, говорит, что не с экипажами. Ничего не сделаешь уже, ничего. Да, потому что ввязались, это уже, это, говорит, считай, Третья мировая война, все это. Да. Люди бастуют, что, короче, там не газа, там, ну плохо у них там, это, в Германии и все это. Ну, живут же как-то, все равно нас ненавидят. Ну да, да, так и есть. Только история здесь на глазах делается. Да, да, да. Так они вот это, они специально делают, чтобы вас не выпускать, чтобы вы, то вы расскажете все, что делается там. Конечно, конечно. Вот это специально все делается. Ну что-то, я не знаю, а Женька кому говорила, мать сегодня мне что-то говорила, что хотят его там или в Питер сюда где-то лететь, или что? Да, понимаешь, тут непонятно, все же забито, е-мое, нашими солдатами. Ну, понятно. Места нету нигде. У нас никого не ранят, ничего, у нас ничего нет. Да, так у нас, смотри, на границу везут раненых. Стоят в очереди на границе, чтобы выпустить в Россию, е-мое. И на границе пацаны умирают от крови потери. Так а почему это? Тут беспрепятственно надо их вести, раненых. А вот придумана какая-то хуета, что нет, какой-то должен быть пропуск.